Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. И, в принципе, ребята, мы продолжаем строить дома. Вот три домика вроде у нас уже есть, можно так сказать, на этой карте, да-да-да. Это Modern House, это обычные начальные домики, еще один начальный домик. Ребята, не забываем, что вы тоже можете как бы в этом участвовать. Выкладывайте свои постройки в группу ВКонтакте, в альбом, фотографии как бы своих построек. Или пишите в тему, ссылка в описании, ребята. И в принципе, сейчас мы, наверное, построим еще какой-то домик. Я не знаю, что это за дом, если честно. То есть... Как его можно назвать, да? Какой там стиль? Можно сказать, обычный домик, но, в принципе, он такой, можно сказать, ребята, прикольный. Я так думаю. И давайте, в принципе, может, его и сейчас и построим. Да. Так, давайте возьмем камень, кобблстон, вот так. Сами его. И вот отступаем. Так, первый блок, ну, в принципе, да, пускай где-то он... Ну, где-то вот тут будет, да? Отступаем три блока, ставим еще один. Тут отступаем три блока, ставим еще один. Отступаем три блока, ставим еще один. Тут еще один, тут еще один. Вот так сначала. Тут отступаем три блока, еще один. Вот тут. Короче, делаем такой крестик, можно и так сказать, да. Вот так. Нет, не вот так, а... Ух, а вот так. Вот такой крестик у нас получился. И вот сейчас... Вот сейчас я хреново сделал, ребят. Извиняюсь. Ну, в принципе, вот так нужно. На этом же месте, но как бы... Можно попробовать с... Бам-бам-бам-бам. С этим. С кварцем, да. Ну, я не знаю, как тут кварц будет смотреться в этом текстурпаке. Но я думаю, в принципе, нормально. Тут только один. Спереди только один. Так. А вот сейчас вот тут кобблстон нужен. Вот так. Я вроде правильно делаю. Вот так. Я, ну, в принципе, этот дом мы уже, можно сказать, строили или нет. Я не помню, ребята. В том смысле, что он у нас в пиксельмоне вроде есть на карте. Но я, честно, не очень помню, как он строится. Поэтому, ребята, в принципе, сейчас будем вспоминать. И может он, и, в принципе, и прикольный, да. Так, тут еще поднимем на один. Вот так. Так, сейчас, ребята, ставим вот так. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот по поводу, ребята, кварца, я не знаю, смотрится ли он прикольно. Может, вот что я думаю, может его заменить просто на обычную древесину, то есть на блоки дерева, да? Может, оно будет прикольнее вот так выглядеть? Я не знаю, ребята, можно, в принципе, будет попробовать. Вот тут давайте вот еще так поставим. И тут тоже так, потом, если что, посмотрим. Тут тоже так. Пускай так будет. Вот так. Это я не знаю, ребята, честное слово. Как это можно сделать? То есть, может, как-то вот так. На один, пускай оно будет выпирать. Ладно, это потом, ребята, посмотрим. Сейчас тут давайте вот как оно, где вот эти блоки, полублоки. Вот как-то вот так, давайте попробуем. Вот тут вот так. Тут ставим по два блока вот таких. Посмотрим, что с этого получится. Вот так. Сейчас. Да. По два блока, ребята, ставим. Я надеюсь, в принципе, прикольный дом получится. Я надеюсь. Сейчас вот поднимаем немного на 1. 1, 2, 3, 4. На 4 поднимаем. Как бы, чтобы отсюда было еще 4 вот так, вверх.
То есть, ну да, можно и так сказать. Вот так. Вот то, что насчет кварца, ребята, я не уверен. Что тут лучше бы смотрелось? Или вот так, как кварц, да? Или обычные деревянные вот эти. Это я не знаю. Можно, в принципе, а ну давай. Хотя. Я не знаю, ребята. Давайте попробуем. Что вы думаете? Нет, я думаю, все-таки с кварца. Ну, как бы это слишком уж будет. Ну, фиг его знает, ребята. Я. Как вы думаете? Ну, в принципе, не то, что. Как вы думаете, но это как бы, да, тоже, вот я не знаю, как бы лучше смотрелось, или с этим, или вот с тем. Тут точно так же поднимаем, так же, как и на первом этаже. Это, можно сказать, тоже простой домик, если не считать кварц, да, но вместо кварца можно поставить какой-то другой материал, да, но, как бы, сама идея то, что нет, ребята, вот я опять хреново сделал. Ну, как бы это не проблема, это можно убрать, а вот тут поставить тоже вот так, мне кажется. Точно так же, как оно и вот там. Вот так, отлично. Вот так поставим, да и все. Вот так, отлично. Вот так пускай оно будет. А тут продлим. Вот так, на два блока. Нет, на три. Сейчас. Давайте вот так. Пускай. Или пока что нет. Пускай пока что будет вот так. Так, давайте утро включим. Это, да, это утро. Так. Вот тут, в принципе, ребята, точно так же можно поднять на два блока. Вот. Вот так, да? Но вот тут уже не делаем вот это. А вот тут можно вот это убрать. Вот так. Ребята, вот тут мы тоже делаем вот так. Мне так кажется, что можно сделать. Потом, если что... Посмотрим, ребят, я этот дом не знаю, как его точно стоит, я не очень так смотрел, но по памяти я помню, что как-то он вот так строится, потому что мы его, в принципе, уже строили, но это другой текстурпак, и мне кажется, дом действительно такой прикольный, да, вот такой у нас дом получается. Сейчас, ребята, я думаю, можно уже, в принципе, крышу сделать, чтобы не париться, да, просто-напросто... А вот по поводу крыши, я не знаю, какая там крыша была, ребята. Хоть капут, но я не помню. Ну да, в принципе. А вот или вот Stone Brick, то есть, вроде да. Не уверен на 100%, но, ну, вроде да, Stone Brick. Вот сейчас вот это я тоже не могу решиться, ребята. Или Stone Brick, или вот это. Как вы думаете? Ну, если вот с этого древесины, то как бы дом, можно сказать, будет однообразный. Так он немного будет отличаться и то, что и кварц, и то, что полублоки, и то, что вот это древесина, и то, что Stone Bricks, и то, что Cobblestone. И так будет Cobblestone, кварц, это древесина и Stone Brick. И полублоки. Ну, в принципе, может, можно сказать, немного будет отличаться, но все же, давайте сделаем вот так, да и все, ребята, да и все. Это, ну, я не знаю, можно ли это назвать модерн хаусом каким-то, я не уверен. Ну, сейчас, сколько там должно быть высота вот это. Modern House это я не знаю, назовешь или нет. Я это, можно сказать, просто так делал. Не смотрел какие-то там тематики, да. То есть тематики вот этого здания или еще что-то. Какую-то эпоху постройки здания, да, нет. Это я не смотрел, ребята. Но суть в том, что
Это обычный дом, вы уже можете там придумать, или это modern house, или это обычный house. Если вот так считать, это house. Если, например, modern house — это уже последняя стадия, то есть уже просто не последняя, как бы это даже стадии нету, это просто modern house, который можете построить просто-напросто вот так, да. То есть, а вот эти дома, это, можно сказать, начальные, да, зашел в игру, немного ресурсов, и можно их уже строить. А вот этот дом уже, когда у тебя есть немного больше ресурсов, но чтобы не заморачиваться, как, ну, не то, что не заморачиваться, чтобы не строить еще какие-то большие дома, можно просто-напросто построить вот этот и все. Вот тут я тоже не знаю, ребята. Может сделать на один выше? Давайте попробуем, да? Это тоже такое, можно сказать, не то что начальный, но как бы ресурсов тут не то, ну, не рис, конечно, уже намного больше тут требуется, тот же кварц, но еще раз скажу, ну, кварц — это такое, знаете, то, что он двухэтажный, да, это, конечно, намного больше ресурсов требуется, и его намного дольше делать, да, чем обычный. Ну, вот тут уже крыша уже почти доделанная. Вот так, отлично. Берем мы, где наш стоун. Вот давайте еще, сейчас, нет. Вот так. Давайте еще. Ну, как-то сейчас мы попробуем это сделать. Вот тут, например. Нет, не будем. Пускай оно вот так будет, да, и все. Отлично, ребята. Так, пол. Тут можно вот так сделать, как бы, чтобы определить секторы, да, где что стоит. Сейчас мы возьмем немного этих, да, чтобы было видно, что да как. И возьмем, давайте, вот эту древесину. Тут как бы много комнат будет, то есть тут, можно сказать, будет 4 комнаты, но все же они такие нормальные, не очень большие, но в принципе сгодятся, можно и так сказать. Так, сейчас возьмем мы, нет, сейчас, хотя нет, сейчас это вот сюда, а вот это поставим мы куда-то вот, а, ну там и ладно, просто невидимое, не то что невидимое, просто такой текстур пак, что как бы его толком вот это и не показывает, стекло, как бы его не видно, да. Давайте сейчас вот тут сделаем. Да чё ты? Так, тут, сейчас, а тут нет, тут мы забыли, ребята, поставить, ставим вот тут. Отлично, тут больше нигде нет. А, да, вот тут. Так, отлично, тут куча окон, ну, как бы окна небольшие, да, вот такие, но все же, со всех сторон. Вот так, отлично. Тут, ребята, вот тут я не знаю, давайте, может, тоже как-то вот так тут сделаем, чтобы определить, что где и будет, вот так. Сейчас тут тоже. Да, вот так. И вот тут тоже вот. Нет. Да, с этой стороны тоже вот так. А тут, ребята, тут нет. Тут мы не будем ставить. Тут мы поставим лестницу. Лестницу на второй этаж. Да. Сейчас. Где вот это? Вот она. Вроде. Тут мы ставим тоже вот так. Сейчас. Тут мы ставим тоже вот. Нет. Нет, не вот это. А вот можно иди. Сейчас. И вот тут можно. И вот тут можно. Отлично, ребята. А вот тут можно вот так, да? Хм.
Вот тут я не знаю, тут можно или просто-напросто до крыши вот это сделать, что в принципе не очень будет, да? Или можно просто-напросто вот так как-то оставить. Ну, вот так. Или вот так. Уф, вот это я не знаю. Давайте пока что вот так поставим. Отлично, ребята. Вот, в принципе, первый этаж у нас уже, можно сказать, готовый. Где у нас выход? А там дождь идет. Вот так. И на начало дня. Вот так, отлично. Сейчас, ребята, давайте вот тут вот так поставим. Что тут можно? Вот тут я не в курсе, ребята. Тут 1, 2, 3. Ладно, пускай будет вот так. Тут, ребята, допустим, у нас тут будет кухня, да? Небольшая, конечно, вот, можно сказать, маленькая, но все же кухня. Давайте вот тут поставим вот так. Тут вот так, вот так. Тут, например. Где оно вот это? Вот оно. Тут, например, вот это можно. А посередине, фиг его знает, что тут можно поставить, если честно. Посередине можно поставить, допустим, еще одну печку, да, и все. Три печки будет, да. Сейчас. Так, вот это мы сюда сможем поставить, да, но зато вот это сюда не сможем. Нет, ладно, пускай будет без этого. Как-то пускай будет без этого, да. Отлично, ребята. Еще немного вот тут. Тут мы, может, поставим. Сейчас. Тут мы вот так поставим. Нельзя. Ладно, что-то. А, ну, в принципе, да, нельзя. Вот тут давайте рельсы поставим. То есть тут у нас печка, а тут у нас плита, можно сказать. И, в принципе, отлично. Вот так, да. И посередине, допустим, у нас там будет. Как-то. Сейчас, нет, не вот так. А посередине у нас, например, вот этот цвет будет. Отлично. Какая-то плита у нас получилась, да? Сейчас, ребята. Или нет, вот что можно. Вот что можно, ребята. А ну, как-то вот так. Так. И вот тут. Ну, что ты не ставишься? Ладно, пускай. Пускай оно будет вот так, ребята. Не будем и дальше с этим бабраться, можно и так сказать, да? Да, отлично. Ну, в принципе, да, пускай оно будет вот так. А сейчас, ребята, или пофиг, ладно, пускай будет вот так. Тут, ребята, вот тут. Сейчас что-то мы да придумаем. Так, давайте мы поставим-ка, где оно, вот это, к нижней полке. А, вот они. Вот это я не знаю. Да, или вот как. Да, вот так мы поставим. Да? Тут мы вот это заберем. И вот тут мы поставим к нижней полке. Тут к нижней полке будут. Отлично. Да, вот так. Сейчас, ребята. Вот тут я не знаю.
Давайте. Сейчас я что-то хочу просто посмотреть, будет ли это работать. Как-то. Вот так. 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 И где оно? Ага, оно работает, да? Видите, как тут стул у нас получился. Ну, не стул, как это можно сказать? Ну, вот это, ребята, вы поняли, да? Оно вот так не ставится, поэтому... Оно вот так не ставится. Ага, вот это я не знаю, ребята, как это можно поставить. Сейчас. Ну, давайте все-таки пускай оно будет вот так. Нет. Это уже как-то не очень смотрится. Да ладно, пофиг на этот сундук, ребята. Действительно, не будем мы с этим бабраться. Пускай он там будет. Да и все, да? Так, ладно, сейчас мы давайте просто-напросто вот это поставим, да? Тут мы сделаем, конечно же, вот, можно сказать, обычный. Сейчас. Да ты ж... Ой, вот обычный вот это, да и все, не будем мы, короче. Вот так. Отлично. Сейчас, ребята. Сейчас это мы нафиг отсюда заберем, чтобы оно там не стояло. Сейчас, ребята. Тут, в принципе, я даже не знаю, что мы можем сделать сейчас. А, вот что можно. Вот что можно, немного дизайн. Вот так пускай будет. Отлично. Отлично. В принципе, мне кажется, так даже как-то поинтересней будет, что ли. Вот это я тут не уверен. Но все же. Пускай оно будет вот так, да. Так, ребята. Сейчас я так думаю, что может давайте на этом закончим. Это первая часть будет, да. Не успели мы укласться все сразу. Ну, как бы вот такой домик у нас получается, ребята. В принципе, прикольный, мне кажется. Если вам нравится, то не забывайте ставить лайки. Это, можно сказать, я даже этот дом, ребята, не планировал. Можно сказать, мы так на ходу это его строим. Но, в принципе, дом такой прикольный, мне кажется. Ребята, ставьте лайки, не забывайте про группу, что не то, что не забывайте, а не забывайте, что вы тоже можете принять участие, выкладывая свои работы. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.